Жалоб на работодателей в области становится все больше, говорят в прокуратуре региона. С начала года уже поступило почти 40 обращений. Возбуждено одно уголовное дело против работодателя, задолжавшего сотрудникам 800 тысяч рублей. Если работникам хотя бы один месяц вовремя не отдали все заработанное честным трудом, это уже повод для жалоб. Для уголовного дела необходима невыплата заработной платы 2 месяца, частичная 3 месяца. А для обращения в трудовую инспекцию достаточно подождать срока выплаты заработной платы, не получив, можно обращаться в трудовую инспекцию. По результатам прокурорских проверок, только в 2016 году погашена задолженность по зарплате, превышающая 400 миллионов рублей. За 2 месяца этого года 28 миллионов. Сейчас в производстве остаются 8 уголовных дел. Сложность в расследовании представляют дела с большим числом участников. Все они заведены в Тольятти. Самый острый момент, наверное, это связано с предприятием «АвтоВАЗ-агрегат», где наибольшее количество у нас заявителей. В настоящее время уголовное дело окончено расследованием. И на следующей неделе оно поступит в прокуратуру области в порядке статьи 221 УПК Российской Федерации для изучения прокурором. Чтобы оперативнее реагировать на обращения жителей, в прокуратуре области создана специальная межведомственная рабочая группа, которая помогает оперативно обмениваться информацией о предприятиях, которые нарушают трудовое законодательство, и отслеживать, как работодатели устраняют предписания. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.